Мы, мусульмане, не можем позволить себе быть посредственными людьми. Вы должны стремиться к превосходству во всем. Даже когда вы играете, играйте в полную силу. Вот в каких людях нуждается эта умма. Вы не должны быть теми, кто постоянно слоняется без дела и убивает свое время. Должны подумать о том, какие способности, таланты Аллах даровал им, и какой след они оставят на этой планете с помощью своего таланта. Вы должны показать Аллаху, что вы сделали все, что было в ваших силах. Аллаха интересуют не ваши результаты, а ваши усилия. Начните думать об искренних, подлинных усилиях, которые вы можете приложить. И тогда, уверяю вас, Аллах дарует вам результат. Успех прольется на вас со всех сторон. Исправьте это. И с позволения Аллаха, эта умма будет иметь светлое будущее.